Выделена приоритетная задача. Следуйте к метке. Эй, агент! Сюда! Иди к воротам! Агент, за мной! Нужна подмога! Перепрыгивай! Вот ты где! Обнаружен враг. Займите укрытие. Граната! Они идут из-за заграждения! Полиция! Сюда идут враги. Ликвидируй их всех! Там никого нет! Кто-то на баррикады. И пусть кто-нибудь сообщит патрулям, что вы были на чеку. Мы не всех гадов накрыли. Они что, опять решили атаковать? Ты как? Похоже, придется сменить дислокацию. Пошли, поможешь мне. Нас слишком мало, чтобы защитить всех. Опять? На набережную! Не может быть.
сигнал бедствия с координатами Вашингтона. Как это возможно? Ложись! Все живы в укрытии! Кто-то останется. Нельзя бросить этих людей. Что бы ни случилось, нужно действовать, или всем конец. Иди! Сделаю, что смогу. Иди! Мы принимали все как должное. Свежесваренный кофе по утру. Бесплатный Wi-Fi. Когда это у нас отняли, мы выжили. Когда пропала связь, встали поезда и отключился интернет, мы выжили. Но когда аптеки разграбили, а больницы закрылись, астма стала приговором. И уже нельзя было вызвать полицию. У вас было оружие, а у вашего соседа кто-то выжил. Мы вообще живучий вид. Когда общество развалилось, мы стали справляться сами. И теперь впервые за многие века наши желания совпали с реальными потребностями. Катастрофа сплотила человечество. Мы построили новые общины на обломках прежних. Мы приспособились. Мы выжили. Привыкли к новой жизни. Но есть те, кто ничего не строит. Ничего не создает. Гиены, нападающие на слабых. Они залили мир кровью. Но мы не одиноки. Горстка храбрецов стала на нашу защиту. Они объединяют нас, ведь мы одна нация. Они наш щит и наш свет. Но если этот свет погаснет... Кто спасет нас? Прошло 7 месяцев с начала эпидемии. Мы по-прежнему боимся зеленой отравы. Но настоящая угроза, она рядом. Оповещение по аварийному каналу спецотряда. Приоритет молния. Операционная база атакована.
Противник прорвался через южный периметр. Срочно нужна помощь! Внимание всем агентам! Срочно нужна помощь! Всему персоналу совершено нападение на Белый дом. Это не учение. Повторяю, это не учение. Сыла не подошла. Черт! Просто бабах! Движется на север к Белому дому. Агент перебил отряд Гиен и идет в нашу сторону. Агент, если ты нас слышишь, пробивайся вперед. Эти гады тебя не ждут.
Спасибо за помощь. И загляни к Мэнни, координатору. Он наверху в голубой комнате. Если что, я помогу тебе с электроникой. Это ты. С прибытием тебя. Я Мэнни, связист. У тебя, видимо, сработало оповещение. Рад тебя видеть. Позволь, я тебе покажу, как все плохо. С тех пор, как ОТГ развалилась, в городе хозяйничают орды головорезов. Есть крупные группировки и мелкие шайки, которые подбирают за ними крохи. Несколько гражданских поселений пока сдерживают натиск. Но мы не можем толком им помочь, особенно с тех пор, как сеть спецотряда вырубилась. Это Келсо. Один из последних агентов в Вашингтоне. Находится в поселении Театр на важном задании. Тебе нужно пойти к ней. Если кто и знает, как запустить систему, это она. И заодно познакомься с местными жителями. Пусть порадуются, что в городе новый шериф. Кстати, агент, спустись и поговори с интендантом. Он может обеспечить тебя особым снаряжением. Оно тебе понадобится. Кажется, тебе пора освоить новый навык. Что выберешь? Чуть похолодало. Удачи!
У меня есть то, что нужно!